Если они действительно лучше знают и хотят бороться с терроризмом, назовите нам конкретные места, где укрываются террористы, где их пункты управления, склады с вооружением и техникой. Дайте нам цели. Чего проще? Но пока, к сожалению, мы до такого уровня совместной работы не дошли. Но, повторяю, первые шаги в установлении контактов на военном уровне уже сделаны. Мы в Сирии ни в коем случае не хотим ввязываться в какие бы то ни было межрелигиозные конфликты. У нас цель только одна – поддержать законное правительство и создать условия для политического урегулирования. Вот из этого мы изначально исходили, и сейчас руководствуемся именно этим.